Привет! С добрым утром, малыши! Сережа, ты что, стирать собрался? Нет. А зачем ты принес эту пластиковую бутылку? Ну, я хочу сыграть на ней первый сольный концерт Трынца Брынцевича Струнобрякова. Ой, не знаю такого. Конечно, Каркуша, ведь нам только предстоит его сделать. Вот из этой бутылки. А, и из этих кнопок, резинок и бумажек? Да. А еще, как видишь, я приготовил пластиковые глазки, клеевой пистолет и клей-карандаш. Ой, не пойму, как и на чем ты собрался тут играть? Ой, ну ладно, рассказывай все по порядку. Первым делом, ребята, приклеим вот эти кнопки к туловищу бутылки. Четыре кнопки будут вверху, вот так, раз, два, три, четыре, и четыре внизу. А куда ты денешь острые штырьки кнопок? Воткну их в бутылку, чтобы крепче держались. Итак, наношу клей. И фиксирую первую иголку. Ребята, будьте внимательны и осторожны. Кнопки очень острые, а клей горячий. Поручите эту работу взрослым. Сережа, а можно я тебе буду помогать? Это как? Ну, ты же знаешь, мое волшебное крылышко может творить чудеса. Ну тогда попробуй. Крылышко, крылышко, помогай. Раз, два, три. Каркуша, спасибо тебе большое. Ну, кнопки на месте. А ты, Сережа, еще не рассказал нам с ребятами, зачем они нужны музыканту? Сейчас расскажу. Трынц Брынцевич – человек музыкальный, а еще точнее – струнный. А струны надо куда-то натягивать. О, так эти кнопки для струн? Как интересно. И раз у поделки четыре кнопки сверху и четыре снизу, значит, у нашего музыканта будет четыре струны, точно? Верно, Каркуша. И сейчас мы будем их натягивать. Нет, немного попозже. У нас есть работа, которую вполне смогут сделать наши самые маленькие телезрители. Ой, что же это? Ну, например, приклеить в центр бутылки вот этот круг. Для этого будем использовать клей-карандаш. Наносим клей. А что это за круг, Сережа? Я такие видела у гитары. Верно, Каркуша. Только там отверстие в центре круга настоящее. Оно помогает гитаре громче звучать. Но мы делаем игрушечного музыканта, и поэтому отверстие у него тоже игрушечное. А для чего тебе этот кусочек черной бумаги? Ну, какой же это кусочек черной бумаги? Это усы. О, не идет? Тебе идет. Ой, может, так и будешь вести программу? Тем более, что они такие большие. Большому музыканту большие усы. Я их вырезал заранее и прямо сейчас приклеиваю вот сюда. Использую горячий клей. А еще ему нужны красивые глаза. Обязательно красивые? Ну, конечно. Каркуша, ну, думаю, вот эти вполне подойдут. Так, берем и приклеиваем. Также с помощью горячего клея. По-моему, получается очень смешно, что они у нас разного размера. Сережа, у тебя кроме резинок ничего не осталось. А где же струны? Каркуша, это и есть струны. Начинаем их натягивать. Раз, два. Две струны готовы. И теперь еще. Вот у нас четыре струны. Начинаем первый концерт Трынца Струнобрякова. Каркуша, запевай. Было в нашей мастерской, ой, как много всякого. А сегодня вот концерт Трынца Струнобрякова. Продолжай. Что угодно можем сделать мы и с полкой, и с доской.
Каркуша, браво, браво, ты великолепно поешь частушки. Спасибо, Сережа, мне самой понравилось. Ребята, мне кажется, у нас сегодня получилось отличное занятие, музыкальное. Поэтому не пропускайте новые выпуски мастерской. Увидимся на самом творческом канале «Карусель». До встречи. Кар-кар-кар!